Краевая избирательная комиссия приняла пакет документов от губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы региона, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Вячеслав Шпорт выдвинут от Всероссийской политической партии «Единая Россия» как победитель внутрипартийных праймерис. В случае избрания на очередной срок Вячеслав Шпорт намерен продолжить работу по социально-экономическому развитию региона, сосредоточить внимание на реализации крупных проектов экономики. «Мы сформировали стратегию развития Хабаровского края, а также 5 ключевых точек роста. Наш край промышленный, и ставку, как и прежде, будем делать на развитие производства, привлечение инвестиций, поддержку предпринимательства, социальной сферы, создание новых высококвалифицированных рабочих мест. Конечная цель всех преобразований – достойные условия для жизни наших земляков, создание комфортной социальной инфраструктуры», – сказал губернатор края. Напомним, что по данным Краевой избирательной комиссии, прием документов на выдвижение продолжится до 14 июля включительно. Теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку от депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Это обязательное условие для регистрации в качестве кандидата. Листы поддержки необходимо предоставить в избирком до 25 июля.